В 6-м лицее Тамбова отметили День лицеиста. Посидеть за школьной партой смогли родители учеников. Чем удивляли будущие студенты престижных вузов, расскажет Светлана Болдина. День лицеиста – не повод отрываться от учебного процесса, но вместо привычных уроков дети занимались творчеством. Задача была ответственной – сконструировать и презентовать свое изобретение. Мы, конечно, готовились с детьми очень долго. Мы подключили наших родителей, которые нам помогают в этом. И если вы обратите внимание, у нас сегодня очень много стендов интересных, те, которые показывают детские изобретения. Сегодня родители увлечены школьным процессом не меньше, чем сами школьники. День лицея позволил им понаблюдать за своим ребенком и поучаствовать в создании поделки. Временной портал, динопарк, космические автомобили и батареи, работающие от ветра. Вот только часть изобретений, которые дети считают воплощением будущего. Этот портал помогает людям перемещаться во все страны, по всей вселенной. Эти солнечные батареи работают на солнце, но когда пасмурно, они еще могут работать на ветре. Над идеями трудились коллективно, клеили, придумывали, строили сообща. Степе только год, но его мама уже решила, что учиться он будет здесь, как и старшая дочь. Учиться, конечно, тяжело, потому что требования к детям превышают. Ну, они высокие, дети должны стараться, трудиться. Но я считаю, что это главное в жизни – привить детям то, что без работы и труда они не смогут добиться в жизни ничего. И, конечно же, знания. Знания – это самый ценный кладезь для наших детей в жизни. А вот и умные глаза будущих студентов самых престижных вузов страны. Победы на ежегодных олимпиадах свидетельствуют о потенциале выпускников и их способности упорно трудиться. Для каждого из них лицей стал родным домом. Светлана Болдина, Николай Иванов, Инга Андреева, «Область новостей».